Ну что, друзья, распил контейнер и зёк, и фон записывает, потому что камера села. Камера села, и поэтому буду записывать на iPhone, покажу все, расскажу. Достал уже пару коробочек, чемодан еще не знаю, где на мне нет. Мусор здесь практически в каждой коробке. Ну, находятся вещи, которые, например, стоят денег, да? Вот, в этой коробке лотерейный билет надо будет проверить, потому что иногда бывают выигрышные люди. Ну, вот джойстик от Соньки, и там, кстати, очки в той сумке. Почему я это бросил? На дым как кто-то. Очки там были. Как для принтера какая-то. Сейчас будем это все перебирать. Найдем мусор у нас. Поэтому давайте разбирать потихонечку, смотреть, что у нас будет попадаться, я буду вам показывать. Здесь пока вещички такие, барахлишки. Лифачки, шлафачки. Большой размер. Вот подвешку, здесь мусор был. В эту часть ходить мусор кидать, но как раз рассказывать, что это было. Ручки пустые, блузочки, кофты мама Джапан, Блин Джапан. Обвинитель уйдет как-то в стол. Дальше пока ничего интересного не попалось. Зарядка какая-то. Что за баллончик? Чистящее средство. Продается, кстати, вот это все легко на рынке. Всякие чистящие средства. Ампуль я не нашел, они тяжелые, смысл таскать. Тональные палочки у меня здесь даже есть. Ножницы. Ножницы я тоже, кстати, не люблю брать. Потому что ножницы могут быть грязные. Могут быть грязные ножницы нужны. Кредит, дебет, кредит. Забираем мелочь, я собираю это месяц там. На $100 примерно мы собираемся в разных контейнерах, в разных юнитах. Пишу одной записью. Вот все. Хиромантия одна. Так сказать, какие-то вещи нормальные. Календарик. О, фото где-то сделано в красивом месте. Супер вапорайзер, я не знаю, смог. Такая огромная бандура. Курительная штука. Я не курю, я не разбираюсь, я оставлю, на рынке все расскажет. Кто разбирается, тот скажет на рынке. Музыку классно играет вообще. Обалдеет.
такие мелочи, барахлишки, которые можно... Гёс, сумочка. Карты мстики, гифт-карты. Гифт-карт, главное, чтобы на этих гифт-карт были бабки. Тогда на этих гифт-карт нету денег, смысла от этих гифт-карт никакого нету. Вот такая гесовская сумочка, более-менее убитом чуть состоянии, но может стоить 10-15 долларов легко. Гес уважают, ценят, сохраняют. У нас, кстати, был. Все такое 10 баксов, дешевое. О, считывается какой-то. Зашел взяться, даже не знаю, коробка от какого-то вот этого принтера, что это такое, блин. Непонятно. Ковер на выброс. Удобрения какие-то, не тут удобрения. Сегодня открытая полная запись специально для вас, друзья. Как это все происходит? Особенно в каких-то убитых проблемах. Что ты хочешь найти? Закрыл там сосед. Не видно ничего. Так видно. Я тут. Сигнал сработал, я сам испугался, честно. Вы тоже не верите. Куда? Мусор, бумажки хранили здесь. Шприц. Или покраски ресниц. Сережки. Карточки бейсбольные. Какого-то игрока.
карточки. Здесь игроки, бейсбольные карты какие-то. Оставляем это в любом случае на проверку. $10. Быстро продать $10. Подожди, маленькие вещички здесь. Подушка прикольная, была бы чистая. Ушла бы с молоком тоже 10. Все по 10. Магазин все по 10. Здесь нас покупается. Супро. Тоже курительная штука какая-то. Что-то переключать. Так, дальше. Продолжение. Вот какие-то переходники вот эти, но они тоже продаются, типа по 5 баксов коробка выставили, люди ковыряются, собираются. Телефон, понятно, куча. Может какой-то открытый даже был. Ой. Тоже $5. Чек на $59. Без карты. Марина из Владимира. Карта, короче, здесь. Четвертак какого года? 83-го. Следующий же была еще. Телефон тоже какой-то непонятный. Ну, билетик на проверку. Видно меня вообще? Thank you.
весь мусор, пантин, трави, мухари, операция какая-то здесь. Две рации, но одну крышечку могу найти. Тапы. Что это за тапы? Вот карточки, интересно, попадаются часто. Так, сервис. Надо посмотреть, что это. Потому что там какие-то бонусы бесплатные. Рации тоже оставим. Опустошить вот от этих всех неблагоприятных гос. Не убираем. Экспресс убираем. Эми Джордан какая-то бьюти. Эми Джордан оставим. Никидос, Никидос. О, какая шикарная. Спортивные больше всего. Труселянки, спортивные носки. Нет. Сумка не очень. Это на выбросе. Мусором опять пакете. Вот такой Соник и друг. Джорданы. Да, они убитые. Доски. Ботинки оставляются. Такая запускалка. Утатина, судя по слышу, джойстик. Робот какой-то. Короче, сюда кыгра. Пока не очень, пока помалу-помалу отбили меня. Сос. Особо. Держать и целый. Тоже такие.